Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Друзья, сегодня приготовим шикарное блюдо. Шницель из сома с креветочным соусом и шпинатом. Для начала нам, конечно, нужно сом почистить и разделать на филе. У меня сом до 3 кг. Чистить сом очень легко и просто, так как у него нет чешуи. Поэтому нужно распотрошить брюшко, удалить внутренности, убрать плавнички. Также обязательно нужно удалить вот эту косточку между брюшиной и филе сома. Это, в принципе, единственная кость, которая есть в филе сома. Мясо очень нежное, вкусное, чем-то похоже на телятину. Филе сома мы будем мариновать, поэтому готовим маринад. Добавляем черный молотый перец, французскую горчицу, сок лимона. Все добавляем по 1 чайной ложечке. Также оливковое масло экстра вержин, винный уксус, вустершерский соус и соевый соус. Все перемешиваем. И обволакиваем рыбу маринадом со всех сторон. И оставляем мариноваться хотя бы 30 минут. Но, в принципе, чем дольше, тем лучше. Я, если есть время, делаю это вообще на ночь. Тогда рыба получается еще вкуснее. После натираем чеснок сверху, уже перед самим приготовлением. Хотя можно и сразу, но мне нравится, когда именно перед жаркой так вкусы чеснока более ярко выражены. Подготавливаем все для панировки. Разбиваем 2 яйца, смешиваем. Рыбку я делю на 2 части. Каждое филе разрезаем пополам. Заранее я подготовила кукурузные панировочные сухари. У меня домашняя, пекла кукурузный хлеб, у меня остался. Измельчила блендером, пофасовала по пакетам и храню в морозилке. Когда мне нужно, достаю и использую. Советую и вам делать такие заготовки, очень удобно. Итак, рыбу мы обволакиваем в муке, потом в лизоне и в сухарях. Как вы заметили, у меня остаются руки чистые, без, как обычно мы привыкли, одной рукой в муку, в яйцо, в сухари. И на конце пальцев у вас образуются вот такие огромные комочки уже запанированных рук. Для того, чтобы этого не было, держите одну руку в муке, перегрузили, вот смотрите, да, в муке, перегрузили в лизон, вторая рука работает в лизоне, выкладываем в сухари и опять той прежней рукой работаем в сухарях. То есть рука, которая у нас работает с лизоном, она не попадает ни в муку, ни в панировочные сухари. Очень удобный прием. Не нужно мыть за каждым разом руки. Рыбу мы запанировали, разогрели сковородку, средний огонь. Добавляем растительное масло, не подсолнечное. И выкладываем рыбку для обжарки. Обжариваем рыбу минут по 5 с каждой стороны до золотистого цвета. Не до готовности. Доготавливать рыбу мы будем после в духовке, перед самой подачей. Вот держим на второй стороне минутки 3-5. И выкладываем на бумажное полотенце. Так как мы рыбу будем подавать с креветочным соусом, для креветочного соуса нам нужно приготовить креветочный бульон. Для этого мы берем килограмм креветок, очищаем их. Получается у нас вот такая вот чешуя. Выливаем в нее сок, который образовался при размораживании креветок. И все тщательно, все эти головы, хвостики, все там измельчаем блендером. До пастообразного состояния, до легкой такой вот кашицы.
Благодаря такому способу измельчения бульон получается очень насыщенный и наваристый. Вот такая кашица должна у нас получиться. Дальше мы перегружаем все в кастрюльку. Добавляем 2-3 литра воды. В зависимости, какой насыщенности вы хотите, чтобы был у вас бульон. Доводим бульон до кипения и готовим на легком кипении минут 30. Я такой бульон всегда готовлю заранее, процеживаю его и разливаю по формам. В любую удобную для вас форму. Конечно, желательно, вот как у меня, порционно, потому что тогда очень удобно достать одну порцию и приготовить на быструю, скорую руку какой-либо соус, так как вот и сейчас будет в нашей ситуации. Также такой бульон можно использовать для крем-супа. У меня есть один рецепт на моем канале, ссылочка появится у вас на экране. Переходите, смотрите, пожалуйста. Креветочный суп с кукурузой очень вкусно получается. Для супа буйабес прекрасно подойдет этот бульон как основа. Туда уже можно закладывать рыбные ингредиенты. Я его замораживаю. И потом, когда мне нужно, я себе одну порцию достала и готовлю, например, соус или суп, ну и так далее. Это уже на ваше усмотрение, куда вы его хотите добавить. Очень тоже вкусно приготовить пасту с таким креветочным соусом. Ну, вариаций много. И лазанья, и так далее. Использую я во многих-многих блюдах. Из формы я, конечно, достаю, укладываю в пакетик и храню в морозилке. И вот, пришла пора готовить соус. Выкладываю одну порцию на хорошо раскаленную сковородку. Очень хорошо раскаленную сковородку. Заодно и разогреваю, распускаю этот бульон и выпариваю. То есть увеличиваю концентрацию бульона. Вот мы распустили бульон полностью. Добавляем сливки 32% жирности, шпинат. Огонь держим средний. Ни в коем случае не нужно большой, потому что сливки очень быстро выкипят и будут сильно густые. Добавляем креветки. Доводим до кипения. Также добавляем сыр чеддер. Работаем на малом огне. Вот-вот, как только загустел, закипел, проводим вот такую полосочку. Если она не сходится на ложечке, все, соус готов, быстренько выключаем. И сразу ставим в духовку рыбу 180 градусов на 10-15 минут. И подаем это все с соусом. На гарнир у меня ризотто. Рецепт приготовления также есть на моем канале, ссылочка появится у вас сверху, переходите, смотрите. Шикарный ризотто со шпинатом, с луком порей, очень вкусно. И вот наша рыба на разрезе. Сочная, нежная. Это, конечно, царское блюдо для любого праздника, на банкет. Ресторанная подача, ресторанное приготовление. Удивите гостей и сами будете в восторге, получите море удовольствия. Пока-пока!